Всем привет, вы на канале Crypto Commons, друзья, это очередной биткоин-обзор. Смотрим, что происходит прямо сейчас на рынке. Биток пытается пробиться наверх. Количество неподтвержденных транзакций все еще зашкаливает. Мемпул забит. Каждый раз, когда такое было, это было уже на начале нового бычьего рынка. Посмотрим, как будет в этот раз. По TRDR у нас очень сильные покупки снова, посмотрите, да, немного здесь мы ниже ушли после первого сигнала, но посмотрите, как сейчас держит эта плита, у нас с вами повышающиеся минимумы. И несмотря на то, что выглядит все очень шортово, если убрать все эти сигналы и посмотреть на картинку, да, вот только-только вроде как снимаем шапку 0.23 FIBA и пора лететь вниз, да, хотя бы на 0.38, тысяч на $25, что вполне возможно на самом деле, потому что параболу мы уже с вами пробили, посмотрите, отретестили как сопротивление и несемся вниз. Хотя это, конечно, вопрос в том, как пора было натягивать, как натягивать сову на глобус. Но тем не менее, давайте не забывать с вами, что все равно мы все еще не видели возврат даже к средним значениям. То есть вот у нас, посмотрите, по метрикам Бенджамина Коуна у нас недооценка все еще минус 44%. То есть нам надо вырасти на 88%, чтобы вернуться к средним значениям. О чем свидетельствуют индикаторы низкого риска, как вы можете видеть сами. Так вот, и тут это все прекрасно сходится с тем, что мы видим на графике. Посмотрите, у нас дно, двойное дно, и пошла некая пятиволновочка, назовем это так. Раз, два, три, четыре, и напрашивается 5. Напрашивается 5, друзья, куда-то в район 40, условно назовем это, тысяч долларов по биткоину. Может быть и 50, посмотрим, как это будет. Но явно выше 30, вот. Но дисклеймер, не финансовый совет, это просто мое мнение. Поэтому... Я и думаю, что сейчас всех шортистов побреют. Смотрите, сейчас все как бы залетят. Мы, может, ложно пробьем сейчас 0.23 FIBA. Но думаю, что даже до 25, даже до 26 могут не дать, если будет закол. Потому что смотрите, какие сильные покупки. И после этого to the moon. Вот что, я думаю, произойдет. И подкрепляю свои слова тем, что я набираю... Я продолжаю набирать свои лонги на Bybit. А также, друзья мои, я набираю лонги на бирже Bitflex. На офигительной новой бирже, ссылка на которую тоже есть в описании, обязательно регистрируйтесь на ней, если вам не нужен гемор с KYC, показывать паспорт, или если вы не хотите на себе ощущать дискриминацию по территориальному признаку или еще какому-то. Короче, регайтесь на бирже Bitflex, это новая биржа, офигенная, они только запустились. Здесь пока еще не очень много торговых пар и только USDT маржа, но все впереди, друзья. Особенно крышесносные бонусы на депозиты. Но это все ладно. Смотрите, что происходит. По альткоин сезон индексу, по альтсезон индексу у нас с вами просто рекорднейшие значения в 4%. Что это значит? Это говорит о том, что сейчас нужно покупать альты как никогда. Посмотрите, как это нужно было делать в 2018 и 2019, 2021. Вот сейчас снова такой момент. Поэтому что я лично собираюсь делать? Я собираюсь накапливать альткоин портфолио. Тем более, что биткоин у нас сейчас, как мы с вами обсудили, возможно, сделает еще вот так. Но в целом на этой волне, я думаю, что нужно будет уже залетать в альты на всю вообще, а то и на две котлеты. Поэтому, что я собираюсь делать? На бирже Femex, ребята, на бирже Femex, ссылка на которую в описании, супер уникальнейшие условия, вообще даже не то, что там Bybit или Bitflex. Посмотрите, на них сейчас в кросс-марджине вы можете одалживать с нулевым процентом вообще любую крипту. Ну, соответственно, если вы хотите что-то лонгануть, вы одалживаете не это, это важно понимать. Вы одалживаете то, против чего вы хотите лонгануть, то есть, грубо говоря, то, что вы хотите зашортить. Ну вот на моем примере, смотрите, я залил сюда 5000 аудио. Для тех, кто не в курсе, кстати, Audius — офигительный проект, это такой типа крипто SoundCloud для музыкантов, для тех, кто занимается саунд-дизайном. Короче, вот, у меня тоже здесь есть страница в Audius, ссылка будет в описании, обязательно подписывайтесь. Так вот, собственно, я внес 5000 монет аудио и 100 монет Dash на свой кросс-маржинальный счет, и что я теперь могу сделать? Я могу теперь здесь до 5 плеча, без комиссии, абсолютно бесплатно, вот, в режиме автоборроу занимать еще сколько я хочу купить. Вот, допустим, я хочу купить еще 5000 монет аудио, это будет второе плечо, считай, к этой позиции. И я занимаю под 0% годовых $1181 и покупаю аудио. Вот. Теперь у меня 10000 монет аудио. Естественно, у меня появился долг, который мне нужно будет отдать, когда я закрою эту позицию, надо это понимать. И также у меня появляется риск ликвидации. Вот. Я не говорю, что прямо сейчас идеальный заходной по аудио, я просто показываю, как это работает. И я могу под обеспечение своего дэша и всего остального набирать другие альты. Вот у меня есть трон, кстати, еще 10000 тронов. Я могу под них взять еще, я не знаю, 20000 тронов.
это будет, грубо говоря, третье плечо. Лимитную заявочку поставил. Bitcoin Cash тоже можно прикупить. Кстати, Bitcoin Cash на фоне новостей о том, что мемпул биткоина забит. Вы заметили, как Bitcoin Cash улетел на этой новости на 15%? Ну, опять же, это ничего не значит. Это может быть еще ложный вообще памп. Но в целом можно и Bitcoin Cash прикупить. Ну и тут дальше вы уже сами смотрите, какие альты вы, собственно, хотите покупать. Вот они в маржиналке, добавляют их очень-очень много. BNB можно шортануть, опять же, аккуратненько, с риск-менеджментом, с расстановкой. BNB можно шортануть, на мой взгляд, но не сейчас, когда он подрастет чуть-чуть. А вот это все добро можно набирать. Вот, допустим, на тот же самый Dash, наш с вами любимый, который упал на $40, ребята, на $40. Если вы сейчас в моменте хотели бы его купить, но у вас нет денег, как вы говорите, то вот, вы просто кладете на биржу сколько-то монет и берете под их обеспечение еще сколько-то монет. Вот. Так что я думаю, что еще сотку Dash можно аккуратно прикупить по рынку. Тем более с нулевой комиссией. Что еще у них есть? Я не знаю. Эфир классика, Polkadot'а там можете прикупить. То, чего вы считаете действительно фундаменталом, который может вырасти. Ну вот Bitcoin Cash, кстати, реально настолько перепроданный, что... Короче, вы поняли мысль, ребята, походу тузыму не продолжается, что можно сказать, всем профитролей желаю, хорошего настроения. Аккуратненько набираем лонги по альткоинам, по тем, которым считаем нужно, потому что, ребята, о таких перепроданных значениях глобально, я думаю, мы будем только мечтать. Ну а у меня на этом все, спасибо, что посмотрели этот выпуск, ставьте лайк обязательно, подписывайтесь к нам в Телеграм, чтобы не пропустить алерты, важные алерты, в том числе по ТРДРу. И до встречи в следующих выпусках, пока. А, про Audius, кстати, я не шучу про Audius, ребята. У нас действительно скоро выходит новый альбом, вот посмотрите. Вот такой музыкальный движ. И подписывайтесь обязательно на I Think So тоже, и на Акмелика. Я добавлю все ссылки в описании, у нас тут несколько групп собралось. В общем, скоро будут джемы. Thank you.